На ремонте вот такая мультиварка Сатурн. Ее модель можно здесь увидеть. Значит, как бы это вот ST MC 9203. Значит, диагноз включается, работает, но тут такое переключение кнопкой нужно. Для того, чтобы выбрать какую-то, например, пельмени, нужно 45 раз, классно, тут 50 программ, и вот меню бегает последовательно. И в связи с этим уже что-то с кнопкой, оно когда бегает, когда останавливается, и клац, клац, клац на одном месте. Есть проблема с контактом в этой кнопке. Ну, собственно, что нужно сделать? Разбираем. Добираемся до сюда. Нужно будет, видимо, наклейку снимать для того, чтобы добраться вот здесь до самого механизма, смазать контакт специальным спреем. Ну, я думаю, что все этим закончится. Нужно специальным контактным спреем или таким контакт спрей, или вот спрей контакт all, то есть для сохранения контакта. Ну, разбираем, разбирается просто, включился один винт вот здесь, и потом нужно снять, снимается не просто, нужно как-то так прижать, деформировать вверх, чтобы снять. Вот немножко прижимаете, и она, ну, для того, чтобы дальше разобрать, но в принципе теоретически лучше было бы вытащить этот таз, но это долго, таким путем мы не пойдем. Можно так приспособиться, чтобы открутить, нужно снять этот блок, откручивается он. Здесь вот есть с краю два винтика. Приспосабливаемся, так подставляем и откручиваем винтики. Также откручиваем вот эту верхнюю плату обязательно. Она будет высовываться сюда. Плата не пролезет, поэтому плату тоже откручиваем. Один, второй. Отсоединяем все разъемы. Тут они немножко даже приклеены на герметик. Усердствуем и снимаем. На герметик это правильно. Так, отсоединили. Теперь что нужно? Теперь поднимаем, ну, немножко отсоединяем, поднимаем вверх, и тогда отсоединится, выйдет из зацепления низ. Ну и теперь вместе со всем вытаскиваем. Ну, все, теперь мы добрались до платы. Разбираем плату. Снимаем, не разбираем, снимаем. Ее, чтобы до нее добраться, по сути дела, нам нужно добраться до выключателя, посмотреть модель и посмотреть, что мы можем сделать с выключателем, поменять на новый, смазать старый. Это снимаем. Теперь еще два винтика, сама плата. Вытаскиваем плату. Итак, смотрим. У нас вот нас интересует, по сути дела, вот этот микропереключатель. Он, его лучше поменять. Новый или из какой-то, или БУ из какой-то хорошей техники. Часто попадается
БУ в какой-то старой технике, например, это был от импортного телефона, хорошо работает. Единственный момент, нужно подобрать такой, чтобы соответствовали по высоте. Здесь ножка выше, здесь ниже. Вот нужно подобрать соответствующую, ну, или приклеить. Сила нажатия здесь сильная, поэтому разлом, ну, здесь уже немножко разломался сама подача и уже растянулась из-за сильного нажатия. Я думаю, что поставлю вот этот, более легкий, зато он будет более стабильно работать, потому что он фирменный. Хотя он, наверное, не подойдет. Ну, в любом случае, я сейчас подумаю, какой поменять. Меняем и пробуем, как работает. Взял кнопку новую. Ну и сейчас можно определиться, все ли с ней в порядке. Как бы теоретически все нормально. Переключает быстро. Нужно только достаточно долго пробовать. При переключении определился, что вот здесь не горит один светодиод, когда вот сюда переходит. Вот здесь. Его нужно заменить. Ну а так все работает. Собираю вопрос в обратной последовательности и отдаю клиенту. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, какие вам будет удобно, положительное, или если вы, может быть, думаете что-то по-другому, оценивайте. Всего доброго!